Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Дация, и я мама 11-месячного малыша по имени Рэм. И на нашем канале мы говорим обо всем, что связано с материнством и жизнью с нашими прекрасными малышами. Поэтому, если вы к нам присоединились, welcome, добро пожаловать, и надеюсь, что вы останетесь с нами на долгое-долгое время. Сегодня наш ролик особенный, у меня для вас есть одно объявление и один очень большой сюрприз. Все, кто за мной следят уже какое-то время, вы знаете, что свой канал я начала 1,5 года назад. И время от времени в своих комментариях вы мне пишете, что вот классный контент, классная я, но странно, что очень мало подписчиков в нашем канале, и в связи с этим вы всегда желаете мне большого успеха, развития канала и так далее, и так далее, и так далее. За это огромное вам спасибо, и сегодня мое объявление, оно как раз-таки в связи с этой темой. Также, если вы помните, пару недель назад я опубликовала видеоролик покупки нашей коляски. Мы с малышом отправились в магазин «Алант» в Санкт-Петербурге и купили нашу просто заветную коляску «Бугабу Камелеон 3+. Так вот, этот ролик посмотрели не только вы. Этот ролик посмотрела основательница сети детских магазинов «Алант» Ольга Тесля. Для меня это было большим-большим сюрпризом, удивлением и, конечно же, большой честью. Потому что, если хотя бы немного разбираться в детских магазинах в России, то Ольга Тесля, она, ну, наверное, отличается от других своим особым подходом к выбору детских товаров, своей любовью к мамам, к детям и, в принципе, к процессу деторождения и тому, как она презентует свой магазин как раз-таки для своих покупателей. Плюс ко всему, «Алант» организовал школу молодых мам, она основана в Москве, и каждый божий день там проходят лекции, причем лекции проходят не только по образованию мам, например, на тему продуктов, которые продаются в этом магазине. То есть это не просто обзоры продуктов и производителей. Там проходят полноценные лекции, которые маме нужны, начиная с первого дня ее беременности, заканчивая уже жизнью с ее малышом. То есть туда приглашаются акушеры-гинекологи, педиатры, специалисты по грудному вскармливанию, специалисты по разным сферам жизни малыша и, в принципе, всего, что маме нужно знать для того, чтобы качественно ухаживать за своим малышом и обеспечить здоровый рост своего ребенка. В этом году магазину «Алант» исполняется 15 лет. Это огромное количество времени и огромный опыт работы с детскими товарами. Сама Ольга – мама 3 детей и уже 2 раза бабушка, поэтому мы знаем, что она действительно понимает толк в детских вещах и знает, о чем она говорит. И организовала она свой магазин не просто как очередной магазин, в который ты заходишь и покупаешь все те же вещи, которые ты можешь найти и во всех остальных детских магазинах своего города. Он особенный. Один из основных принципов, по которым она выбирает вещи для продаж в своем магазине, заключается в том, что она сама терпеть не может ходить по магазинам. И если перед ней стоит выбор, там, например, 15 кроваток или 15 вариантов подгузников, то она просто сходит с ума. И для нее это самая-самая большая пытка покупателя. Поэтому в своем магазине она очень точечно, очень четко выбирает качественные продукты, которые проверены временем, проверены мамами и которые подойдут наибольшему количеству мамочек с любыми потребностями и с любыми нуждами. И это обеспечивает то, что ассортимент в этом магазине, он уникальный, он подойдет действительно любой маме, и он подобран с большой-большой любовью и с мыслью о том, как человек будет пользоваться этой вещью уже после того, как он выйдет из магазина. И меня это, конечно, очень сильно впечатлило, подкупило, и я поняла, что именно такой магазин детских товаров, он является идеальным потенциальным партнером для любого ютубера, для любой молодой мамы, которая начала свой канал и которая пытается найти не только для своего малыша самое лучшее, но которая пытается и создать контент для других молодых мам, для того, чтобы помочь им в выборе детских предметов и вещей, которыми они могут пользоваться ежедневно. И вот мы начали свой диалог, и
начали думать, как мы могли бы сотрудничать и взаимодействовать. Алан также имеет свой YouTube-канал, и на этом YouTube-канале есть проект «Материнство». И вот мы решили попробовать поработать именно с этим проектом, и отныне я буду тем человеком, который будет записывать обзоры разных вещей, которые можно купить в магазине «Алан», и буду рассказывать о том, как мы ими пользуемся и какой опыт этого использования мы имеем. И, конечно же, самым, наверное, большим таким очевидным брендом, который любим мы с первых дней жизни моего малыша, и который также очень любит «Алан», это бренд «Манчкин». Если вы хотите посмотреть эти обзоры и вас интересует мое такое точечное и конкретное мнение по поводу определенных продуктов, то здесь в описании этого видеоролика я оставлю ссылку на YouTube-канал «Алан», на их проект «Материнство» и также отдельно ссылки на конкретные мои обзоры. В течение ближайшей, по-моему, недели с хвостиком «Алан» будет публиковать по одному обзору каждый день, поэтому также подписывайтесь на YouTube-канал магазина «Алан» для того, чтобы не пропустить ни одного из моих обзоров. Так что вот такие вот новости. Есть сотрудничество, есть партнер. Очень надеюсь, что наша совместная работа, она будет успешной, и она будет приводить к классному контенту, к очень крутым выпускам, будет прибавлять количество подписчиков, как моего, так и YouTube-канала «Алан». Ну и, в принципе, я очень надеюсь, что мы будем вас радовать отличной информацией, которая будет полезна как для вас, так и для ваших малышей. И для того, чтобы начало нашего такого классного сотрудничества было уж совсем приятным не только для нас, но и для моих подруг, мы с Ольгой решили, что мы сегодня будем дарить вам подарки. А подарки – это, конечно же, посуда от компании «Манчкин» и не только. Первым делом, что мы решили, мы подарим вам очень классные паильники 360. Если помните, я для своей подруги на день рождения покупала блендер-пароварку от компании «Агу». Она супер мультифункциональная, очень-очень качественная и классная. И уже сейчас, вот когда моя подружка пользуется этой пароваркой пару недель, я знаю, что она там от восторга прям пищит. Поэтому не могу себе отказать в удовольствии также и вам подарить одну такую пароварку. Ну и также посмотрю еще некоторые мелочи, чтобы добавить в список наших подарочков. Поэтому вместе с вами мы сейчас отправимся в магазин и выберем для вас подарки. Ну и потом по возвращению домой расскажу, почему я выбрала именно те или иные вещи, и расскажу вам о условиях нашего розыгрыша и о том, как вы можете принять в нем участие. Очень надеюсь, что сегодня вот такие вот новости по поводу развития моего канала и подарков для вас улучшат вам настроение. Так, ну что, мы приехали, да, котенок? Ку-ку! Эй, как дела твои? Хорошо, по дороге даже не спал. В общем, мы приехали, котенок сыт, в машине его сразу покормила, и мы, в общем, готовы. Сейчас доедем до третьего этажа. Вот мы, собственно, на третьем этаже. И погнали в магазин. Котеночек едет. Я, кстати говоря, помимо подарков, вам, мои дорогие подруги, я себе решила посмотреть органайзер как раз-таки для моей коляски. Я когда ее покупала, я смотрела и думала, может быть, взять мне специальную сумку, которая цепляется на нее, такого же цвета, все такое. Но, зная себя, что я вечно таскаюсь со своими рюкзаками, я как-то решила, что ай, да ну, мне не надо. Но подумала, пораскинула я мозгами, и все-таки я решила, что стоит мне на нее обратить внимание, потому как иногда хочется быть все-таки налегке. Мой прекрасный рюкзак, сейчас я вам его покажу, люблю его безумно. Ну вот, каждый день вот это вот таскать, это, конечно, превращается прям в боль. И надо, мне кажется, что-то... Порой, иногда, вот, когда мы отправляемся сюда, в торговый центр, надо мне что-то полегче. Так что посмотрю, может быть, найду себе еще и органайзер. Остается надеяться, что он будет в правильном цвете в магазине. Да? Да, котенок. Ну вот он наш Алан. Ура! Поздравляю, 15-летием, дорогой Алан. Здрасте! Мы к вам за подарками. Сейчас мама положит наш рюкзак. Игрушка у тебя есть? Я тебе уже все дала. Так, видите, желтенький наш диванчик. Кстати говоря, наш паильник. Котенок, давай попьем с тобой сразу, чтобы ты был вообще сильно доволен жизнью. Давай попей. Давай, ап. Молодец. Ну что, пойдем твоим подругам подарки искать? Что мы будем дарить? Короче, подруги, у меня план.
Я решила, что коль уж мы пропоильники, вот, мать пользуется, ребенок пользуется, то я хочу как раз-таки эти поильники подарить и вам. Значит, что мы будем выбирать? Вы у меня бабы разные, у вас и мальчики, и девочки разных возрастов, поэтому, следовательно, я думаю, что нужно что-то такое подобрать, что подойдет нам всем. Значит, самые маленькие, что мы возьмем? Давайте начнем так, самых маленьких. Вот, лисичка. На нее я обзор делала. Это очень классная, красивая чашка с лесным мотивом и с лисичкой для девочек. А, вот, с птичками. Вот это, мне кажется, очень классная чашка, очень красивая, фиолетовая, розовая. Ну, собственно, тут синяя, тут фиолетовая. Мне кажется, будет очень красиво. Так, девочки, сразу давайте примечайте для себя, кто что хочет. Потому что в комментариях вы должны будете мне написать, девочка у вас или мальчик, чтобы я знала, кому что подарить. Так, девкам, розовенькая стандартная. Это тоже нам очень нужно. Супер, это мы берем. Так, что еще, девочки? А, вот это вот. Вот, постарше, у кого уже здесь есть наклейки, и тут можно написать имя и персонализировать эту чашечку. Она объемом тоже больше, чем стандартная. Так, ну вот это у нас такой классный комплект для девок собирается. Дальше, что еще мы с вами возьмем? Др-др-др-др-др-др-др. А, вот что я хотела, постарше, если девочки, кто уже в садик, вот есть такие комплекты. Тут чашечка, вилка, ножик, ложка и там еще мисочка. Этот комплектик, что у нас тут по цене? 3900. Супер. Так, мне нужно тогда выбрать для девчонок и для пацанов, мне кажется. И тут можно, я так понимаю, еще на коробке рисовать. Извините, пожалуйста, а как мне знать, какой цвет внутри? А может быть, нам просто ее открыть и посмотреть? О, мне повезло, я взяла розовую. Супер. Только я не с той стороны открыла. О, как раз посмотрим мисочки. О, тут несколько штук, смотрите. Тут такая большая, с разделителями. А, еще и маленькая. Круто. И тогда сверху, я понимаю, вот такая чашечка и все остальное. Супер, вот эту я беру. Давайте обратно складываем. Значит, это у нас для девок. Так, и сейчас я посмотрю, какой здесь у нас цвет. Трын-трын-трын. Давайте покажите мне, какой здесь цвет. Я надеюсь, мы сразу угадаем. Цвет для мальчиков. О! Цвет для мальчиков супер, синенький. Обожаю этот синий и голубой, вернее, голубой цвет Манчкин. Отлично, все, даже не раздумывая, девки, берем. Значит, здесь у нас будет вторая стопка для пацанов. Так, девчонки подвинулись, идут пацаны. Круто? Круто. Ладно, что еще для мальчиков мы возьмем? Значит, так, вот, давайте возьмем термокружку. Тоже для пацанов. Лето приближается, для холодных напитков. Чтобы напитки у нас не согревались в жаркие дни. Это мы берем. Текс. Что еще? А, вот, смотрите, тут мам тоже нужно порадовать. Значит, здесь у нас есть поильник среднего размера и поильничек с специальной штуковиной. Вот такой вот, в которую можно положить, поместить фрукты и пить фруктовую воду. Ну, собственно, и ребенку вкусно и полезно, и маме прекрасно. Так что вот этот комплект, девки, сегодня вы в ударе. Короче, для девок еще берем вот такой комплект. Ай, мать разошлась, называется. Ну, ладно. Так, ну давайте для пацанов еще зелененькую возьмем. Че у нас все прям синенькое да синенькое? Так, для пацанов еще зеленая будет. А, вот эти матики у Манчкина очень крутые. Их брать с собой в рестораны, в кафе и клеить на поверхность столика малыша, чтобы он опрятненько ел и был занят. Здесь можно учить цифры, слова, считать птицы и так далее, и так далее. Очень классная штука. Так, ну давайте тогда для пацанов возьмем наш любимый, которым мы пользуемся, арктического медведя. Мне кажется, он очень-очень-очень классный для мальчишек. Что думаете? Да? Берем? Берем. Так, с посудой разобрались. Мне кажется, наверное, хватит. Так, бабы, теперь подарок для вас. Помните, я для подруги на день рождения покупала вот такой вот Агу комбайн, ну или блендер-пароварку. В общем, она там от счастья пищит, говорит, штука просто офигенная. И я решила, что нужно мне подарить вам что-то похожее. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, что тут есть. Так, 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 так. Мне кажется, давайте посмотрим вот мини. Мини, она какая-то такая более целевая, значит, тут три в одном. Что у нас тут есть? Так, 600 мл чаша, компактный размер, супер белого цвета, так, и быстро готовит. Значит, здесь также она готовит
Так, овощи, фрукты, мясо. Супер, есть, это нам надо. И что у нас по функциям? Так, что у нас по функциям? БПА фри, супер. Ну-ка, покажите мне. О, что мы тут можем делать? Значит, мы здесь готовим, стерилизуем. О, это очень крутая функция, кстати говоря. Когда можно сразу сосочки и баночки стерилизовать в этой чаше. И режем. Ну, что думаете, пойдет? Мне кажется, пойдет. Берем. Так, вот сюда. Так, это для вас. По-моему, подарки получаются нереально крутые. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Посмотрим для малыша. Что я хочу? Я хочу из Лади что-нибудь выбрать. Мне нравятся Лади. Да, котенок? Пойдем, Лади, посмотрим. Иди сюда, пошли. У них, помните, я показывала нагрудники классные. И, может быть, посмотрим какой-нибудь пледик в коляску. Так, ну вот они. Вот нагрудники. Я Рэму, кстати, один такой взяла, что мне дико понравилось. Они мягкие. И в то же самое время они вот такие вот прям моющиеся. Их не надо стирать каждый раз. Ты просто под водой их помыла, и все. Так, для пацанов у нас подарков меньше, поэтому давайте возьмем что-нибудь такое нейтральное, что мальчики тоже могут пользовать. Так, здесь у нас написано «I'm gonna change the world». Прекрасно. Настроение. Обезьянки. Синенькое. Собственно, чего тут далеко ходить? А, это мне еще понравилось. Давайте вот это и возьмем. Вот эту. Что думаете? Мне кажется, класс. И девочкам, и мальчикам подойдет в случае чего. Так, и давайте еще посмотрим, что тут есть. Так, по шапкам я не знаю, какие у вас там размеры, поэтому экспериментировать я не буду. Так, рюкзачки, это слишком, наверное, рано для наших малышей. Это уже зима прошла. Так. Давайте действительно возьмем какой-нибудь классный пледик в коляску. Чего говоришь? Скажи, мама. Мама. Мама? Фиг тебе, да, скажи? Ну и ладно, больно мне надо. Короче, так, давайте посмотрим вот эти какие-нибудь мягенькие. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Значит, так, 2700, окей. Так, Элоди. Составчик у нас что и какой размер меня интересует? Размер у нас 75 на 100. Мне кажется, для коляски прям то, что надо. Ну что, беленький? Беленький прям красивый очень. Тоже красиво, но в жизни, мне кажется, белый круче. Вот так вот. Эй, давайте вот так вот. Ну супер, котенок. Подругам понравится, что думаешь? Это не тебе. У тебя уже всего хватает. Пойдем, не жадничай. Ну все, подарки готовы, котенок. Пойдем мамин органайзер смотреть. Да? Чтобы сложить все наши весички. Мама, ну наконец-то ты сегодня сказала, мама, молодец, ешь свой носок. Пойдем, поищем органайзер для мамы. И поедем уже домой, поскольку котенок мой скоро должен уже поспать. Мы сегодня как-то немного сбились с графиком. Но ничего, дело у нас полезное, важное, поэтому и, в общем, стоит того. Так, что у нас тут есть? Конверты, конверты. Ух ты, какой красивый. Желтый. Прям яркий-яркий, бугабушный, класс. Смотрится очень круто. Ну, мы с тобой по синему цвету, поэтому у нас все с тобой, сам понимаешь. Так, что тут еще у нас из наших любимых бугабушек? Колесики, так, совершенственно, амортизация для спокойного... О, кстати, это тоже важно. Я сейчас буду записывать обзор нашей коляски. Я ее прям эти недели, пока мы ее пользуем, я ее не жалею. Прям... По всяким кочкам, ямам и так далее мы скачем. Буду рассказывать, какие плюсы, какие минусы. И что я думаю об этой коляске, попользовавшись ею, ну, так скажем, без особой бережливости. Вот наши органайзеры. О, как раз черненький и синенький стоит. Так, нам нужно выбрать цвет. Это прям наш. Давай посмотрим, котенок, что тут. Так, это прям наш. Давайте попробуем, может быть, еще и черный. Что думаете по поводу черного? Вот. Черный и коляска. Ну, вроде ничего. Сейчас приложим тут. Смотрите, так, это черный. А это синий сейчас. А это прям синий. Синий на синем. Ну, синий, понятное дело, логичнее, да? Если вам видно. Короче, мне кажется, надо брать синий. Он мне кажется, и как-то повеселее смотрится. Все-таки лето на носу. Короче, беру синий. Так, сколько он стоит? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это мать сама себе дарит. Поэтому приходится смотреть, сколько цена. Так, 900.
Ну ладно. Надеюсь, ты хороший. Держи. Держи. Только не жри ничего. Соску в рот, чтобы рот был занят. Чтобы ты у меня не жрал ничего. Давай, держи. Все, отлично. Ну? Короче, синий, да, все правильно. Поехали. Ну все, подружки, мы пошли на кассу все оформлять. И дома с вами увидимся. Покажу, расскажу, еще раз разберу. И расскажу, какие у нас будут условия нашего с вами розыгрыша. Ура! Да, котенок, дай пять. Дай пять матери. Матери, дай пять. Не? Окей. Сейчас, кстати, закупалась вам подарками. И подходит ко мне женщина и говорит: «Даца, привет! Я, собственно, твоя подписчица». Они с дочкой, малышу тоже там Аланте покупали всякую всячину. Так приятно, постояли, поболтали, поговорили о поездках, о том, как малыши спят, не спят, что нужно для комфортного сна. В общем, очень круто и приятно каждый раз вас встречать. Так что, если вы меня где-нибудь видите, обязательно подходите, поболтаем. Так, ну что ж, мы вернулись домой. Мать взъерошена, но довольна как слон. Мы имеем возможность с вами поболтать. Я могу показать вам подарки и также рассказать об условиях нашего розыгрыша. Первое. Это наши поильники. Значит, расскажу, почему выбрала конкретные эти поильники и что в них особенного. Опять же, напоминаю, обзоры этих поильников вы можете посмотреть на YouTube-канале Алант в разделе «Материнство». Линки все оставлю, чтобы вам было очень легко это все дело найти. И пока у нас будет длиться наш розыгрыш, а это 2 недели, можете вопрос изучить и для себя решить, какой из подарков вы хотите получить. Значит, для девчуль постарше поильник персонализированный, с наклейками, где можно написать имя. Дальше вот такой вот красивый розовый поильник с птичками. Потом обычный розовый поильничек Манчкин без дизайна. Так, это тоже для девчонок. И также подарок здесь идеальный для мамы и для малыша. Извиняюсь, коробку я порвала, но ничего. Самое главное — содержание. Здесь у нас обычный стандартный поильник 360 и второй поильник для фруктовой воды, в который можно вот таким вот красивым образом поместить фрукты. Также еще для девочек вот такой вот красивый дизайнерский поильник с изображением лисички. Эти, кстати, поильники с рисунками для пацанов у нас тоже такое есть. Они особые тем, что часть денег, вырученных за продажу этих поильников, Манчкин отправляет в фонд для защиты диких животных и среды их обитания. Поэтому вот с таким поильником мы не только даем возможность малышу очень удобно, комфортно пить свою воду, но и также защищаем животных и места их обитания. Что у нас для пацанов? Значит, такой же дизайнерский поильничек с белым медведем. Это как раз-таки ровно такой же, каким пользуется Рэм. Второй — это вот такой вот зелененький, побольше размера, для малышей постарше. Ну, вот решила. Не все голубое, а вот зелененькое тоже будет весело и красиво. И также вот такой вот термопоильник, который поможет сохранить температуру прохладного напитка в любой жаркий день. И также я взяла вот такие вот классные крышки для этих поильников. С вашего позволения я их вскрою и на каждый из поильников добавлю вот такую вот крышечку. И также мы еще имеем вот 2 таких комплекта посуды от Манчкин для малышей 18 месяцев плюс. Это те малыши, которые уже могут есть самостоятельно. Эту коробку, кстати говоря, можно разукрашивать, то есть малышу есть чем заняться. Итак, что же у нас тут в комплекте? Вот такая вот безумно красивая чашка, сразу с крышечкой прозрачной. Это очень удобно и классно. Дальше здесь у нас вилочка, ложечка и ножик. Тут у нас, конечно же, мисочки. Самая маленькая с сердечком, потом побольше. Без разделителей. И третье — для самых вкусных ваших обедов мисочка с разделителем. И ровно такой же розовый для наших девочек. Также еще один подарок я взяла от Elodie. Просто обожаю эту компанию. Она по деталям и по аксессуарам. Вот он, наш красавец блендер, пароварка, которую мы с Алан сегодня вам дарим. Значит, это 3 в 1. Новая, кстати, модель мини, которая только-только-только поступила в продажи. Она очень компактная, очень мало места занимает, но в то же самое время работает очень и очень здорово. Итак, подруги, что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше этих прекрасных подарков? Все очень просто. Первое. Поставьте лайк этому видеоролику. Это будет означать, что вы участвуете и вам нравится
наши подарки. Второе, подпишитесь на мой YouTube-канал и на YouTube-канал Алант. Ссылки на наши два канала я оставлю в описании видеоролика, и вы очень легко сможете по ним пройти и подписаться. Сразу скажу, что подписки буду проверять при выборе победителя. Это очень важно. Третье, подпишитесь на нас в Instagram. Здесь я указываю свою страничку Instagram, а здесь страничку Instagram Алант. Эти подписки также я буду проверять. И напишите под этим видеороликом комментарии. В комментарии вы должны указать, мальчик у вас или девочка. Это очень важно, поскольку, когда я буду разыгрывать поильники, я по вашему комментарию буду видеть, какой поильник вам подарить, мальчик или девочка. Также обязательно напишите возраст ребенка, чтобы я знала, ему нужен маленький поильник, либо уже поильник для малыша постарше. И напишите, какой подарок вы хотите получить. Напомню, ровно так же, как и в предыдущем нашем розыгрыше, вы можете писать неограниченное количество комментариев. Чем больше комментариев вы напишете, тем больше у вас шансов, что программа по случайному выбору комментария выберет именно ваш. И также в каждом комментарии должен быть указан всего лишь один подарок. То есть не нужно писать в одном комментарии, что вы хотите получить все. Если, например, вы хотите получить поильник, пишите в одном комментарии, что вы хотите получить поильник. Если вы хотите получить блендер-пароварку, то в следующем комментарии, пожалуйста, напишите «Я хочу получить блендер-пароварку». И напишите свой инстаграм-аккаунт, чтобы я при выборе победителя могла проверить, подписаны ли вы на нас также в инстаграме. Очень прошу, открывайте инстаграм-аккаунт ко дню нашего розыгрыша, то есть ко дню выбора победителя, чтобы мне было намного легче проверить ваш инстаграм и с вами связаться, потому как с вами связываться я буду исключительно в инстаграме. Если инстаграм-аккаунт в этот раз будет закрыт, то мы будем выбирать нового победителя. И в этом розыгрыше участвует только Российская Федерация. К сожалению, другие страны в этом розыгрыше в этот раз не участвуют. Все условия также продублирую в описании этого видеоролика, чтобы вам было легче поучаствовать и чтобы вы ничего не забыли. Ну а на этом сегодня я и магазин детских товаров Алант с вами прощаемся. Желаем вам огромной-огромной удачи в розыгрыше и увидимся в следующем моем видеоролике. На сегодня все. Пока! Thank you.